Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о истории медресе Улугбека, величайшем сооружении. Медресе Улугбека является старейшим медресе на площади Регистан и было возведено в 1417-1420 годов правителем государства Тимуридов и ученым-астрономом Улугбеком. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных центров науки средневекового Востока. Медресе было построено в западной части площади Регистан, напротив него несколькими годами позже была возведена ханака Улугбека, а северная сторона была занята каравансараем. Два последних сооружения простояли около двух столетий, а потом на их месте в начале ЗВА века появились дошедшие до наших дней медресе Шердар и медресе Телекари. Прямоугольная в плане медресе имела четыре айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого были расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кели, где жили студенты. Задняя сторона двора была занята мечетью, над угловыми учебными аудиториями в медресе возвышались четыре купола, а по углам здания располагались четыре минарета. Здание обращено к площади величественным восточным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом, выполненное из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики. Медресе Улугбека была одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока ЗВВека. По преданию, в нем обучался знаменитый поэт, ученый и философ Абдурахман Джами. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учений о человеке и мировой душе и богословию, и читали их известные ученые того времени Казизади Аруми, Джамшид Гиясаддин Алкаши, Алкушчи, а также сам Улугбек.